Для граждан братских республик этот день не просто дата в календаре. Сегодня россиян и белорусов роднят общая история, культура и, самое главное, искреннее стремление к объединению усилий и возможностей для благоприятного экономического и политического развития. Об этом на торжестве говорили представители областной вертикали и консул-советник Российской Федерации в Бресте. Время показало, дружбе и сотрудничеству быть. Сегодня пути сближения двух народов включают решение вопросов развития промышленности, социальной сферы, а также рынков сбыта. Целью расширения рынков сбыта производимой продукции в декабре 2013 года на территории Российской Федерации создан собственный субъект товаропроводящей сети с белорусским уставным капиталом «Брестский продукт» в городе Москва. Наряду с этим в Российской Федерации функционируют торговые представительства таких крупных субъектов хозяйственной области, как холдинговая компания «Пинск-Древ», «Инкофуд», «Санта Бремор», «Первая шоколадная компания», «Инволюкс» и многие другие. Таможенный союз – единое экономическое пространство, а в перспективе и Евразийский экономический союз. Современная Беларусь постоянно совершенствует механизмы взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией. Кроме экономических и торговых связей, две братские державы активно развивают культурные отношения. В Бресте общественно-просветительской и культурной работой занимаются представители русского общества. В этом году вот будет у нас День славянской письменности и культуры, то, что мы проводим совместно. Ну и кроме того, готовимся в этом году 10-й юбилейный Всебелорусский фестиваль национальных культур в городе Гродно, который проводится Министерством культуры Республики Беларусь. Русское общество вместе с другими национально-культурными объединениями всех национальностей, проживающих в республике, участвует в этом мероприятии. Союз России и Беларуси – это предсказуемый шаг в истории народов, которые с давних времен имеют тесные исторические, культурные, духовные, политические и экономические связи. Определенные сложности временами возникают, однако в целом динамика развития отношений положительное. Ведь в отношениях стран и народов важную роль играет взаимопонимание, а оно между белорусами и россиянами есть.